Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаю вас знакомить с разовоплодными смородинками. Перед вами мускат розовый. Мускат розовый обладает фантастической урожайностью. Сейчас я вам постараюсь это показать. Ветки от самого низа увешаны ягодой. Вот видите основание. И вот пошла одна единственная ветвь. И какой на ней урожай! Великолепный! Кто-то говорит, что они плохо опыляются, что они неурожайные. Нет, дорогие друзья, это не так. Вы сами сейчас наглядно видите, какой великолепный потенциал. И какую бы ветвь я ни взяла, каждая увешана кистями, гроздями розовых сочных ягод. Я просто уверена, что если вы любите смородину, этот сорт вас точно не разочарует. Смотрите на эту красоту. Вот такая вкусняшка. Вот еще одна веточка. Посмотрите, какое чудо. Ну, просто чудо, как хороша. Давайте оценим по вкусу. Вот такой вот он мускат розовый. Давайте пробовать. Вот посмотрите на форму и размер. Муската розового в сравнении с моей рукой. Ягода довольно-таки крупная. Небольшая сбежность присутствует, но она не так ярко выражена. Вкус у этого сорта насыщенный, кисло-сладкий. Ягода сочная, ароматная. Урожайность, конечно, впечатляет и поражает. Мускат розовый.